И о происшествиях. В Рыбинске дорогу не поделили сразу 5 автомобилей. На улице Железнодорожной столкнулись Mercedes, Renault, Нива, Сан-Йонг и 12-я модель «Жигулей». К счастью, никто не пострадал. ДТП случилось в тот момент, когда большинство горожан возвращалось с работы. Образовалась большая пробка. Причину столкновения сейчас устанавливают сотрудники ДПС. И о ситуации на дорогах региона расскажет старший инспектор по пропаганде госавтоинспекции Кристина Вишнякова. Она выходит на прямую связь со студией. Кристина, добрый день. Вы в прямом эфире. Слышите меня хорошо? Да, здравствуйте, Александра. В минувшие сутки зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 10 человек получили травмы. На перекрестке улицы Толбухина и улицы Архангельской города Тутаева водитель, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-21099, на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21053, движущемуся во встречном направлении прямо, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водители пассажиров автомобиля ВАЗ-21053 получили травмы. Информируем население, что сегодня в областном центре проводится целевое профилактическое мероприятие «Автокресло» по выявлению и пресечению фактов нарушения правил перевозки детей. Родители при перевозке детей должны позаботиться о грамотном выборе детского удерживающего устройства и фиксации ребенка в нем, а также о выборе наиболее безопасного места в салоне автомобиля, где будет размещаться ребенок. Так, за час проведения сегодняшнего мероприятия во Фрунзенском районе было составлено 11 административных материалов в отношении водителей за перевозку детей в автомобиле без использования специальных детских удерживающих устройств. Александра. Спасибо. На прямой связи со студией была старший инспектор по пропаганде госавтоинспекции Кристина Вишнякова.